чай торту. Все. Настроили. Здравствуйте всем. Волшебного утра. Технические неполадки бывают. Я вас всех приветствую в сегодняшнем волшебном дне. Днем воскресном, днем замечательном, дне семьи, здоровья, счастья, успеха и благополучия. Всем прекрасного настроения. Дорогие девочки, теперь меня видно, слышно, надеюсь. Кто-нибудь скажите. Да, да, слышно. Молодцы. Привет, привет. Всем волшебного дня. Волшебного всем дня. Волшебного. И давайте просмеем немножечко эту ситуацию. И чтобы каждая ситуация, какая ни складывалась у нас в жизни, мы могли просмеяться и забыть. И давайте начнем немножечко смеяться. Одеваем наши великолепные улыбочки, зажигаем наши глазки и смеемся. И... И мы снова в ресурсном состоянии. Это очень важно, когда мы можем перестроиться, когда мы не впадаем в панику, не начинаем делать хаос, а просто спокойно остановились и все, посмеялись, и наш день продолжается уже совсем в другом настроении. И что, мои дорогие, давайте сделаем веселую сначала гимнастику, чтобы взбодриться, а потом будем танцевальную гимнастику делать на все наши мышцы. И давайте сейчас я включу музыку, и мы начинаем поднимать градус нашего настроения. Так. Ну как вставайте, на зарядку выбегайте, хорошенько потянулись, наконец-то вы проснулись. Начинаем, все готовы, отвечаем. Все готовы. Начинаем, все здоровы, я не слышу. Все здоровы. Становитесь по порядку, на веселую зарядку. Оп. Приготовились, начнем. И все вместе попоем. Солнышко лучистое, любит скакать. Улыбочки. С облачка на облачко перелетать. Вот так вот. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Попрыгали. Раз, два, три, четыре, пять. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Все разрабатываем грудь. Больше все разрабатываем плечи, чтоб походов было легче. Все разрабатываем ноги, чтобы не уставать с дороги. Все разрабатываем шею, чтобы делать веселее. Солнышко лучистое, улыбочка, смех. Солнышко на облачко перелетает. Все вместе. Раз, два, три, четыре. Вас не видать, вас не видно. Вас не видно. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Так, приготовьтесь. Сей момент самый сложный элемент. Надо пополам согнуться. Надо пополам согнуться. Ну-ка, ноги не сгибать. Раз, два, три, четыре, пять. Молодцы, все постарались. Разогнулись, отдышались. Солнышко лучистое, любит скакать. Облачко на облачко перелетай. Вот так вот. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Пять, не халтурить. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Пять. Прыгают, скачут все на свете. Даже зайцы и медведи. А жирафы и слоны скачут прямо до луны. Кошки, белки, утки, свинки, все на утренние разминки. Всем прибавилось настроение от такого праздника.
Вас не видно, вас не видно, вас не видно. Полного удовлетворения в заключении упражнений. Встали тихо на носочки, тянем руки, что есть мочи. Прямо до неба дотянись, выдыхаем, руки вниз. Поздравляю, все в порядке, молодцы. Солнышко лучистое, любит летать. С облачка на облачко, перелетайте вместе. Раз, два, три, четыре, пять. Все! Молодцы! Я думаю, наше настроение улучшилось, и все печальки-капризульки убежали. И что, мои дорогие, давайте дыхание свое приведем в порядок. Вдохнули, потянулись к солнышку, потянулись. Выдохнули. Вдохнули всю радость, красоту, гармонию мира. И выдыхаем, выдыхаем красиво, красиво, красиво. И еще раз вдох животиком. Животики наши надули, подержали, подержали, подержали. И как цветочек. Молодцы, молодцы. Ну и теперь мы переходим к комплексу танцевальных упражнений для нашей великолепной осанки. Мы королевы, мы ходить будем красиво, учиться красиво, красиво ходить, красиво улыбаться, ну и наслаждаться самим жизнью и теми, кто... Да-да-да, вот Лариса мне подсказывает, помогает, ассистирует. И давайте начнем с чего? Давайте начнем с наших плеч. Это очень важно, чтобы наши плечи были ровными, и ровной была красивая королевская осанка. И для этого мы проворачиваем наши плечики, делаем вот такое упражнение. Очень хорошо оно нашу спину разрабатывает, и мы как бы делается массаж. Почувствуйте, где-то, может быть, поскрипывает, где-то еще какие-то звуки. Но это хорошо, потому что мы слышим. Первое, потому что мы чувствуем. То есть мы живые. Раз мы чувствуем, значит, все у нас в порядке. И потом делаем, поднимаем вверх, отводим плечики назад, опускаем вниз. И головку приподнимаем чуть-чуть, не носик задираем, а чуть-чуть приподняли головку. И таким образом мы идем красиво, выходим в мир. Запомнили, девочки? Давайте еще раз повторим. Подняли плечики вверх, опустили вниз, головку чуть-чуть приподняли. И в таком состоянии, в состоянии королевы, мы будем сегодня ходить целый день, одеваться, корону себе на голову. Красиво оделись, не жалейте своих нарядов, не прячьте их в шкафах, а просто оденьте самое лучшее платье, выйдите, и вы почувствуете, какое у вас замечательное настроение. И сейчас продолжим мы нашу гимнастику. Если есть стульчики, пожалуйста, на стульчики присаживаться будем. И начнем делать нашу гимнастику. Присаживаемся, как королевы, на кончик стула. И делаем одну ручку вверх, другую. И поворачиваем. Одна вверх, рука, другая вниз. И головка, и поехали, меняем. Растягиваем ручки. Теперь ручки за голову подняли, обхватили локти и делаем вот такое упражнение. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Лимфу нашу. Гоняем лимфу. Раз, два, раз, два. Улыбку не забываем.
держим наши улыбочки, музыка в душе, в сердце. Молодцы, опустили немножко ручки, потрясли ручками. Теперь такое упражнение мы делаем за голову. Руки и локоточки вот так сгибаем, разгибаем, сгибаем, разгибаем. Опять же, работает наша осанка королевская. Спинка у нас ровная, красивая. И мы просто вот своего, радуем свой организм. Теперь мы делаем вперед руки. Вот так вот руки вперед. Потом поднимаем. Потом вот ладошками вниз. И опять вверх. Вперед. Опять вверх, ладошками вниз и вперед. И поехали. Очень упражнение тоже. Главное, что делайте на растяжку. Растягивайте руки. Вперед, тяните. Вперед ручки потянули. Теперь вверх потянули всем корпусом. Теперь вниз ладошки и опять вперед. И поехали делать это упражнение с улыбкой. Видите, вот то, что сказала сейчас Людмила, она сказала про традиционный бизнес. Девочки, да, можно там лишние комментарии убрать? Вот отключите сказать микрофон, вас все слышат. И всем вы не пошли. Что вы замечательно. Молодцы. У нас все прекрасно получается. И теперь мы поработаем с нашими бедрышками. Давайте нижнюю часть будем 25. Делаем, раскачиваемся. Это уже и танцевальная зарядка. И наши бедрышки делаем красивыми. Добавляем ручки. Опа! Королевы! Любуемся! Наслаждаемся! Оп. А теперь восьмерочки, поехали! На прямых ножках сначала делаем восьмерочку, а потом поехали нижний брейк. Опа! И пойдем, пошли, пошли вниз, вниз, вниз. Молодцы! Молодцы, чудесно получается. А теперь мы поработаем с нашими животиками. Мы будем делать вдох, вдохнули и выдыхая, делаем попку назад. Вдохнули и назад. И когда мы делаем это упражнение, добавляем еще дыхание. Мы качаем наш пресс, качаем нижнюю часть живота. И в то же время мы танцуем. И поехали. Начали. Попробуйте так минут 30, и вы почувствуете, что килограмма 3 как не бывало. И маршируем сначала, а потом раз, назад ножка, раз, назад. Я буду задом, Лариса передом показывать. Что ищете? Детская, взрослая. И мы уже почти танцуем. Потом мы это соединим в танец. А теперь шагаем. И назад ножку. Назад ножка. Назад. Не деньги. Молодцы. И в
следующий раз мы будем еще добавлять, в следующий раз мы будем добавлять еще движения, еще будут, потихонечку мы это скомплектуем, и у нас будет чудесный, интересный танец. У каждого свой. А теперь мы просто танцуем и наслаждаемся жизнью, но перед этим мы что делаем? Смеемся! И у нас сейчас минута смеха для поднятия настроения, а потом танцуют все и начали. Сегодня, поскольку у нас выходной, все уборочки сделаны вчера, и мы мозги, наверное, почистили наши, о, давайте почистим немножечко наши головы, чтобы от всех мыслей таких ненужных, некрасивых, фу-фу-фу-фу-фу, стряхнули с себя пыль отовсюду, и наслаждаемся музыкой, танцует кто как может, двигается. И наслаждаемся. Слышно музыку? Скажи, зачем? Девочки, слышно музыка? Слышно, слышно. Ну танцуем и смеемся. Мы не чудили, мы бы соломки постелили, и все проблемы победили. И поселились бы во зло врагам. Мы желаем вам, пусть будет праздник, пусть вам поднимет зарплату начальник. Мы желаем вам, пусть будет счастье. Пусть будет праздник, пусть он поднимет зарплату начальник.
Мы вас всех любим. Надеюсь, что мы подняли вам настроение. Пусть немножечко, пусть немножечко радости. Но она появилась в вашем сердце. И подскажите, сколько у вас градус счастья, радости поднялся? Друзья, а вчера у нашей Ирочки был день рождения. И давайте громким смехом поздравим ее, включаем микрофоны. И... Все вам от меня вот такой яркий счастье. А теперь надеваем красивую одежду и идем в этот мир королевской походкой. В новый день, воскресный день, да, в гости идем. И обнимем своих родных и близких, поцелуем и скажем, как я счастлива сегодня, какой сегодня потрясающе красивый и великий день, как я счастлива, потому что ты у меня есть. И мы счастливы, что вы у нас есть, друзья, и до новых встреч завтра в 9 утра, йога смеха. Всем пока! Спасибо, благодарю, спасибо, 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 благодарю, королевы, мультимиллиарды, благодарю, благодарю, лидеры, благодарю, благодарю, благодарю.